вы просто начинаете пропевать какую-то мантру, которая повышает ваши вибрации, и вы можете на энергетике обнаружить, где есть какая-то сущность. Но это, знаете, как вот, если, например, лучом света, да, фонариком светить, скажем, днем, когда солнце светит, то этот луч фонарика не видно. А если, например, туман вдруг будет, да, то когда вы посветите фонариком, вы этот луч очень отчетливо будете видеть. Вот так же и здесь. То есть, когда вы свое поле насыщаете высокочастотными энергиями, то низкочастотные энергии, они очень сильно высвечиваются. Вы их начинаете прям как физически чувствовать. Вот даже мантра, да? Ом мани падме хум. То есть, когда вы ее произносите постоянно, и вы начинаете чувствовать, да, что у вас на вашем поле где-то начинаются какие-то шевеления. То есть, там в районе головы, да, может, там в районе плеч. Вот. Какая-то нервозность может появиться, да, как будто вот кто-то недоволен тем, что вы произносите эту мантру. А если вы продолжаете это делать, то через некоторое время вам становится хорошо. И вот эти ощущения, они уходят. То есть сущность не может находиться в высоких вибрациях. Вот, поэтому, соответственно, как можно чаще нужно именно заниматься практиками по повышению частотности вашего тела.